Здравствуйте! Известно ли вам, что солнечным светом можно лечить? И называется это гелиотерапией. Швейцарский врач Огюст Ролье, один из представителей этой отрасли медицины, еще в 1903 году открыл 34 клиники для лечения больных костным туберкулезом и рахитом. Его лечебницы находились в Альпах на высоте 1500 метров. Сочетание горного воздуха и солнечного света по наблюдениям медика обеспечивали максимальный эффект. Работа клиник оказалась успешной, отмечались многочисленные случаи выздоровления пациентов, а труды Ролье получили мировую известность. Чем же полезен для нас солнечный свет? Инфракрасное излучение вызывает тепловой эффект, увеличивает приток крови к коже, тем самым улучшает ее циркуляцию и способствует оказанию более утоляющего действия. Видимое излучение, то есть видимое глазу, повышает активность коры головного мозга, положительно влияет на эмоциональное состояние человека, на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему. Способствует образованию гормона радости, серотонина. Кстати, его недостаток повинен в возникновении зимней депрессии. Ультрафиолетовое излучение вызывает фотохимические и биофизические процессы с образованием в коже витамина D, пигмента меланина, повышает иммунологическую защиту, оказывает бактерицидное воздействие. Солнечных дней вам и отличного здоровья!